За торжественным открытием со стороны с любопытством наблюдали строители. Строить ранним утром уже, по сути, было нечего. Первую очередь моста была готова ощутить шуршание первых шин. Президента ждали под кирпичом. Мы запускаем сегодня одну третью, как бы. Одна треть. Сегодня стала практически половиной, поскольку треть получилась сложная и ответственная. Как сказал президент, на строительстве нового моста научились многому. И этот бесценный опыт надо будет обязательно тиражировать. Саныч, вам отдельный рахмат. Большое спасибо за ваше решение по объездной дамбе. Спасибо, что когда человек... Нет, просто когда весной принимали решение, президент именно принял решение по объездной. Благодаря этому выжили. Разные были. Если мы бы это не сделали, просто город задохнулся бы. Может быть, кто-то уже не работал. Судя по все тем же присутствующим лицам, работать остались все. Да и работы впереди еще много. Движение в этом месте организовано по четырем полосам, две в центр и две к издательству. Но за правительственным кортежем на новый мост в три ряда хлынул поток томящихся в пробках казанцев. После того, как открылось движение по новой дороге, традиционная утренняя пробка на пятачке около цирка рассосалась буквально на глазах. И это несмотря на то, что движение пока открыто лишь по одной части Ленинского моста. Временная дорога, по которой шло движение до сегодняшнего дня, будет закрыта уже ночью и начнется ее демонтаж. Дмитрий Аверкиев, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».